очень рада приветствовать вас в Доме детского творчества на конкурсе «Поколение». Давайте посмотрим, как все начиналось. В этом красивом историческом здании, которое называлось Домом пионеров, начался мой творческий путь. В 1983 году я стала работать здесь руководителем кружка бального танца. В каждой группе было по 7 пар, как 7 цветов радуги, поэтому мы с детьми решили назвать ансамбль «Радуга». В Доме пионеров дети учились ансамбальным танцам. И когда-нибудь это им всегда пригодится в дальнейшей жизни. И так изо дня в день, постоянные тренировки, массы эмоций. За эти годы в нашем кружке прошло очень много интересных мероприятий. Это разные конкурсы, семинары, концерты, фестивали, участие в певческих праздниках. В нашем кружке есть свои традиции. Поздравления с днем рождения, ежегодный конкурс «Сонарская радуга», и февральские звездочки для начинающих дошкольников и младших школьников. И, конечно, во всех мероприятиях нам очень помогают родители. Очередной турнир, очередное выступление. Любимых пар жду на паркете появления. Вот музыка звучит. И все готово, и атмосфера праздника мне так давно знакома. Вот вышли пары, партнеры и партнерши, танцоры собраны, подтянуты, уверены в себе. Им предстоит сегодня состязаться в нелегком этом бальном ремесле, ведь столько сложных поворотов и шагов запомнить нужно и не ошибиться. И в такты музыки попасть, держать красивую осанку и не утомиться. Родители всегда помогали нам. Они просто жили жизнью коллектива. Шили костюмы для выступлений, возили детей на конкурсы и фестивали. Поэтому наши дети всегда выглядели отлично и с успехом выступали. Благодаря чему они всегда...